Всем привет, это обзор корпуса Thermatec N22. У корпуса просто шикарнейший внешний вид. Вот эти вот клевые турбины, на типа турбин самолета, под ними можно установить два 20-метровых вентилятора. Вентилятор с подсветкой будет смотреться просто офигенно. Под этой крышечкой можно поставить до 3 приводов, картридер, к сожалению, в корпус уже не установить. Крышечка на магните. Здесь кнопка Power, кнопка Reset, глянцевая панелечка была зачем-то заклеена пленкой, хотя там ничего нету. Под крышкой USB 3.0, микрофон, наушники и USB 2.0. И опять же глянцевая штучка, которая была заклеена пленкой. Крышка очень хорошая, глянцевая тоже. Здесь тоже два 20-метровых вентилятора. У меня они, к сожалению, стоят без подсветки на выдох воздуха, но если поставить, будет классно. В комплекте шел только вот этот тыловой вентилятор, тоже 120 мм. Корпус просторный, все влазит, можно поставить большую видеокарту ранга разогнанных версий или последних, там GTX 1070, 1060, у меня стоит скромная GTX 750 Ti от Asus. Вот. Корзины для дисков SSD 4 штуки, для HDD. Главное вовремя задвинуть жесткие диски, кататься дальше, потому что в противном случае достать их будет очень сложно, только с помощью двух отверток.